Каким бы увидел Красноярск его основатель Андрей Дубенский, если бы попал в 2020 год? Во времена основания города было не до красоты. А теперь здесь десятки парков и скверов. Только в этом году благоустроят 20 новых мест для отдыха. Почти 400 лет мы умеем хорошо работать и красиво отдыхать. Нам 392 года. Мы и есть Красноярск. С днем города! 1000 местный за хана Татуша слыхал?